Мир сказок. Мир сказок. Живой мир природы меня увлекает зимой. Я вижу зеркальные воды, сокрытые льдом подо мной. Я вижу, как в дереве мерзлом текут еще соки любви, как в каждом пенечке промозглом рождают мечтания они. Снегурочка выйдет из леса и будет принята в круг, почувствует юный повеса прохладу поданных рук. Невидность, дитя творенья, зачем появились у нас? Под звуки обрядного пенья женой назову я вас. Не помнит забавы былые, он счастлив и будет теперь слова говорить чудные, стучаться в открытую дверь. Природа весну ожидает, во снах набирается сил, и звезды быстрее угасают, и месяц совсем остыл. Однако загадка есть в этом, как медленно тает снег, как слышат стихи поэты и короток сказочный бег.